увидеть конвейер и замереть. Студенты МГТУ имени Баумана искренне впечатлились, когда побывали на линии сборки двигателей R6, рядной шестерки. Будущие конструкторы приехали на КАМАЗ, чтобы пройти у нас практику. А заодно и прошли насыщенным экскурсионным маршрутом по производству автогиганта. На заводе двигателей студентам презентовали проект «Тибет». Учащиеся убедились, КАМАЗ головокружительных высот не боится. На комплексной линии сборки двигателей КАМАЗ R6 практиканты с удовольствием задержались, ведь посмотреть было на что. Филигранно выстроенная транспортная система фрикционного роликового конвейера включает почти 40 операций. Все переходы настраиваются через систему управления производством FPMS на данном компьютере. Технологи вводят необходимые операции, что надо контролировать, какой инструмент надо подвесить. Студентам рассказали о принципе работы каждой из основных 34 ручных автоматических и полуавтоматических рабочих станций, между которыми на спутниках будут перемещаться блоки цилиндров. Удивила гостей информативность линии – дисплей на каждом рабочем месте, отображающий ход текущей операции. Все данные в конце линии будут выводиться на сервер с возможностью выгрузки на верхний уровень. Так у каждого двигателя появится его собственный электронный паспорт. Не ожидал даже, что будет такая современная линия. Но очень рад за наш отечественный завод, что внедряет новые технологии, будет собирать новый рядный шестицилиндровый мотор. Для нас стало небольшим удивлением, насколько просто вставляются вкладыши, кольца и пружины, насколько это просто на заводе и как сложно это повторить в каких-то незаводских условиях. И, в общем, масштаб поражает. Будущие инженеры-конструкторы, которые учатся по специальности авто- и тракторостроения, уже сейчас планируют следующий приезд на КАМАЗ. Некоторые из этих ребят приедут в следующем году сюда на практику. Кто-то, может быть, приедет на четвертом курсе, а кто-то, может быть, после шестого курса приедет сюда работать. Но уже будущим конструктором. Студенты признались, что им было бы очень интересно увидеть, как оживет все это несметное количество гайковертов, как заработают станции, замелькают операции. К слову, в течение ближайшего месяца будет идти тщательная отладка линии, чтобы осенью завод мог выдать первую опытную партию рядных шестерок. Ксения Шулакова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа.